Всем привет! Сегодня 17 сентября, вот солнечная погодка. Сидит скворец там поет на столбе. Вынес я соловья. Он тут у меня на солнышке загорает. Надюха его охраняет. Вот, ходит тут, сразу и приспичило попить. Он здесь у меня загорает. Уже я его на ночь заношу домой. Вот такая заряночка еще у меня тут. Вот там хорошо на солнышке. Сейчас накупаются и будут тут сидеть, загорать. Ну а мы пойдем сейчас посмотрим гульдиков наших. Все он загорает, и Надюха тоже на солнышке. Пойдем наверх. Вверху тут тоже чудесненько все. Солнышко, ни одного облачка. Тепло. Но это днем только тепло. Вечером все равно холодно уж. Сейчас посмотрим птиц. Вот вижу, тут понавылетали птенчики. Смотрю, у синих, по-моему, все вылетели. Наверное, сегодня утром вылетели. Вчера еще не было никого. Сегодня уже вон два сидят, вижу. Вон еще. Ну, начнем, наверное, вот с этих домиков. Так, здесь я в первом два яйца. Не знаю, кто нанес. Надо смотреть. Здесь его, похоже, все вылетели. Сейчас буду чистить этот домик. Смотрим следующий. Следующий нет никого. Вот вылетел вот этот синенький. Только он не синенький, а серенький. Прям светло-серый. Такого еще у меня не было. Перелиняет, посмотрим, какой будет. Смотрим, ладно, эти домики следующие. Здесь вот самочка. Вон, видели, новые. Все-таки они вот поменяли гнездо. Тут белые сидели. Сейчас красная села. Одно яйцо снесло. Здесь и нет никого. И там у меня синяя. Стал сидеть, смотрю. Вон она. Не буду я ее пугать. Кое-как она уселась. По ночам сидит. Это вот, которых я недавно запустил. Синюю самочку. Она вот с этим самцом у меня споровалась. Первый раз не сидели. Я яйца все убрал. Вот они переселились в тот домик дальний. И сейчас смотрю, она по ночам все сидит нормально. Вот этот красавчик. По-моему, они сегодня вылетели, потому что еще боятся очень сильно. Вон его папашка сидит. Улетел. Такой интересный окрас у него. Конечно, так вполне передастся. Серенький. Ну, я думаю, они адаптируются. Через пару деньков уже будут нормальные.
боятся, еще только вылетели. Там мы посмотрели. Сейчас будем смотреть в этих гнездах. Слышу, там кто-то уже пищит. Вот самочка одна сидит там. Здесь, по-моему, вылупились. Сейчас глянем. Ну, там целая орава уже вылупилась. Смотрю. Что-то у самочки весь клюв, она, видать, кормит, измазан. Там целая куча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук точно вижу. Еще вон три яйца. Не боится, уже привыкла. У него, по-моему, второй выводок. Уже не помню. Будет кормить, не будет. Вон зобики вроде полные. На рекорд пошла, будет мать героини. Ладно, не буду я ее пугать. Пусть сидит. Здесь два рва у нас должно было быть. Ну-ка, где они там? Блин, тут мне неудобно. Не могу я дотянуться. Сейчас я их вытащу. О, ну вот они здоровые уже. Вот такие. Тяжеленькие. Прям их берешь, чувствуется иногда, кто тяжелые такие. А кто такие полегче. Ну вот два. Это от рыжих у меня. Оранжеголовые. Я их рыжие называю. Ладно. Оставляем. Чистим сейчас этот домик. Вот, скорее всего, тут эту. Белые сюда переехали. Смотрю, самочка вот от белого. Вот парочка. Самец с самцом. Сейчас чистим домик. Вот, снял я этот домик. Вот так он выглядит. Сейчас вот это все старое выбрасываем. Вот, взял солому новую. И сюда сейчас застелим. Все, сейчас этот домик промоем, хорошо высушим и обратно. Все, вот насыпал новую тут подстилку им, солому, травку. Дальше они сами разберутся. Отправляем домик обратно. Вот так вот установили домик обратно. Закрываем и оставляем и ждем. Все, ничего сложного. Самечек своего малька кормит. Все, отсаживаю вот эту самочку и ее самца. Они принесли много птенцов. Пусть теперь отдыхают, они уже блинки. Вон вдалеке сидит белогрудый красноголовый. Сейчас их поймаем и в отпуск отсадим на отдых. Вот эта самочка. Ладно, не буду я ее мучить. Отправляю к самкам. Все, вон. Заодно вот попался птенчик. Он уже самостоятельный. Тоже сейчас сюда. Поменьше у меня их. Где он там? Давай. Все, полетел. И второго пускаем. Все. Забыл вот этих посмотреть домик. Ну, там тоже самка села. Вот смотрю, самец один. Потом в следующий раз уже стул убрал. Похоже, сели они. Вот ее не видно. Сегодня посмотрю на ночь, она заходит, нет.
и в следующий раз глянем. Все эти вроде уселись все. Самечек тоже уселся. Где он там? Вон он. Пусть перелиняет, потом мы его в следующем году обратно запустим. Вот этот самец синий тырит из других гнезд в салон и к себе тащит. Вон, засранец. Оттуда все перетаскал. Еще с других гнезд. Вот этот, где я поменял в домике, там торчит. Вот и он свежую оттуда таскает. Это вот молодой самец, строитель. Вон какими клочьями. Опять полез туда. С других гнезд его гоняют, а тут свеженькая, вот он и оттуда тащит. Тут он тем временем кормит самочка. Кину чуть-чуть травки, а то он сейчас, тот самец там все повытягивает. Вон, увидел, сколько ему тут соломы. Сейчас все перетащит. Все, вон, понес сразу в домик. Все таскает синий. Вот синий папашка тоже про своих не забывает. Маленький тоже самый последний, да. Ну вот это совсем еще плохо летает. Но все равно он внизу его докармливает. Те, кто постарше, они вон уже наверху. Вот один еще. А это самый малек. Он беленький, вовсю хрумкает червячков этих.
Все, уже ничего не осталось. Все растащили. Шкурку не едят, только, видать, мякоть его это выклевывают оттуда. Синенького корма. Вот такой красавчик. Необычный цвет. Посмотрим, как он вырастет. Все, улетел. Вон как приноровились, выпрашивают. Прилетел за мамкой. Вся малышня прискакала. Самочка выскочила поесть. Самец на ее место пошел. В гнездо. Блин, забыл вот этих троих отсадить. Ладно, в следующий раз уже. Что сейчас не успею я их. Ну, этот синенький малек вообще вниз не спускается. Его самец вот наверху кормит самка. А вон те, видать, мальки совсем не летают, они снизу. А эти вот посильнее. Но мне кажется, они просто постарше, пораньше вылупились. Посмотрим, что с ним получится. Хитрый какой.
Он белый, зараза, долбает эту. Белый уже тут таскается, смотрю. Короче, хочет второе потомство. Вон он, какой домик. Тащимся. Короче, на вторую кладку собирается самка. Ну а на этом все. Всем всего хорошего.